Всем-всем огромный привет! Не могу удержать свою радость, пришла делиться с вами. Наташа, огромнейшее тебе спасибо! Наталья мне решила сделать приятнейший сюрприз. Подарила она мне через пункт Озон, поэтому я просто пришла на пункт выдачи, она мне сказала, там 12 позиций. И вот я перед тем, кто выдает, парень там был, с таким восторгом, ух ты, какая красота! Он на меня так смотрит с удивлением, ты что, опять не помнишь, что заказала? Это же второй уже случай. Только вот я от Надежды получала таким образом подарки. Причем Надюша мне прислала от Валберес, а у нас эти пункты, они рядышком стоят, и один бывает работник бегает туда-сюда. И он на меня опять смотрит, и я опять, ух ты, с таким восторгом. Ну, в общем, зарекомендовала я себя как очень эмоциональный человек, который не помнит, что заказывает. Но это все шутки на самом деле. Наташ, огромнейшее спасибо. Пришло практически все. Был маленький нюанс, когда мне пришлось отказаться от шоколада. Шоколад был полностью открыт, но, как я поняла, Наташа мне уже выслала другой, то есть заказала снова. Поэтому с шоколадом мы встретимся позднее в каком-нибудь следующем ролике. Не буду больше ни вас томить, ни себя. Давайте я вам покажу, что же ко мне приехало. Отчего же я так ликовала на пункте выдачи? Блокнот, он же для меня является открыткой. Это то, что остается как память. И посмотрите, какой он красивый, позитивный, с любимыми лимончиками. Это мой один из любимых как цветов, так и фрукт. Да? Лимон, это же фрукт. Это очень красивый, позитивный, яркий, вот этот, ну, цветовой, вот цветовое решение, да, посмотрите, мятный такой цвет и цветочки, беленькие лимончики. Красота! Конечно же, это у меня будет память, большая, красивая память. Из того, что у меня стоит самое-самое высокое, и то, что у меня сынок сказал, мама, это мне. Но я думаю, мы будем пользоваться вместе, потому что в этой зубной пасте 160 миллилитров. Представляете? Давайте поближе покажу. Я думаю, что это вкусняшка прямо будет, зубная паста. В ней действительно большой объем. К зубным пастам у меня особая нежность. Я бы даже сказала, что крем для рук, крем для тела. А потом, наверное, идут зубные пасты. Обожаю их. Обожаю тестировать. Прямо вот раньше не было такого. Мне было вообще без разницы, какая у меня зубная паста. Но теперь, ну как теперь, уже какое-то время происходит вот такая нежная любовь к зубным пастам. Так что огромное-огромное спасибо, Наташенька, что ты это заметила и вот так побаловала нас. И вторая зубная паста, которую уже я закричала, это мое. Такая она классненькая. Отбеливание плюс укрепление эмали. Минералы морской соли и в 4 раза меньше налета. Вот, это как раз любителю кофе, чая. Антиналетное действие. Ну, это вообще вот кофеману, да, как раз мне. И здесь тоже очень хороший объем, 150 миллилитров. И здесь очень мягкая она, вот прям это не пластик, а как туба такая вот, которую выдавишь полностью. Несложно выдавливается. Вот такие две красавицы приехали. Что же было еще? Еще было тоже в коробочке. И это персиковый крем для рук. Корейский. Я над ним тоже поахала-поохала. Вот так. По информации. Вдруг тоже захотите, я почему информацию показываю. Просто я ссылки дать не могу, а по названию можно пробить и заказать. Конечно, опять достану из коробочки. Я коробочки очень люблю, я их сохраняю до пустых баночек. И вот так вот это все дело выглядит. Буду тестировать. Сейчас все зафольгировано, и зубные пасты зафольгированы. И крем тоже зафольгирован. Ну ладно, не буду. Пока не буду. Пусть в запасиках чуть-чуть меня порадует. Ну, красавчик, 100 миллилитров. Так, умещаемся.
Коробочки такие красивые, что не хочется разделять. Еще одна была коробочка. Я уже какое-то время назад, может быть, года 2-3 даже, познакомилась когда с первыми продуктами, ну, в моей жизни так, от комплимент, на которые я обратила внимание. И на сегодняшний день это один из любимых моих продуктов, ну, именно бренд, да, вот, который не разочаровывает. И от комплимент ко мне приехал пилинг-гамаш для лица. Понравилось мне это средство уже тем, что это можно использовать как гамаш и как маску. То есть как маску чуть подольше держишь на лице и потом массируешь, скатываешь. Ну а как гамаш чуть поменьше держишь и уже пилингуешь. Восстановление упругость тонус. Манго, маракуйя. Тоже вкусняшка. И тоже я хочу вынуть из коробочки. Вот. Радуга, да? Прямо праздничная такая радуга получается. Так, вставай рядышком. И вот сюда. Вот. Красота. Но это еще не все. Еще один интересный продукт от комплимент. Вообще с гидрофильным маслом я раза два в своей жизни, вот за последние 5 лет общалась, и мне оно в принципе нравится. Сначала им мыло лицо, потом уже средством для умывания. Прекрасное, я так думаю, будет средство. Опять же, мой пользующийся доверием бренд от комплимент. Для глубокого очищения вокруг глаз, глаза не затрагиваешь, наносишь, смываешь. Давайте состав тоже покажу. Красивый апельсиновый цвет. И я думаю, что буду с удовольствием пользоваться. Вот объем 100, 150, по-моему, да? Такой прямо увесистый. Ага, вот. Сроки все хорошие. Я так обрадовалась, я ни на какие сроки особо там-то на пункте не смотрела. Вот. Уместились. Следующее, что было, давайте я вам покажу еще одну круглую баночку, а потом пойду по коробочкам. Пинап. Я так думаю, что это средство для удаления, жидкость для снятия лака. О, отлично. Это то, что я люблю. Одно заканчивается, другое приобретается. Вообще средства мне уже дарили. Я как раз сейчас им пользуюсь, и это очень-очень хороший, практичный подарок, и покупка всегда нужная, да, потому что если вдруг нужно срочно ногти привести в порядок, это то средство, которое должно быть под рукой. 110 миллилитров. Наташенька, спасибо. Так приятно. Я уже сказала, что шоколад уехал обратно, но чай приехал. Вот такой интересный кертис с грейпфрутом. Чай-то черный, я так понимаю. Ну, в общем, вот похоже на грейпфрут. Тут, наверное, есть на русском, да? Где тут? Русский-то, русский-то. Ага. Апельсин. Апельсин и лимон. Вот что здесь. Просто апельсин такой вот сорт. А апельсин это я люблю. Давайте чаек вот так поставим, чтобы ничего не закрывал собой. Даже можно, наверное, если ставить так вот поближе, вообще ничего не закроет. И это не значит, что последнее. Это не последнее. Но тоже в коробочке. Пандора, аромат. Не так давно Ольга Н. Канал присылала мне Пандору, вот такую золотую. Я вам уже сколько раз говорила, что пищу вот от этого дизайна. Настолько мне нравится вот такой вот пупырчатый дизайн, как будто вот а-ля прошлые вот, ну, столетия даже, да, вот когда ароматы были такие. Пандору одну я убираю, и ко мне Элит. Вроде так называется. Приезжает еще одна Пандора.
Так, так, так. И когда я ее открыла, она вот такая красивая. Я не просто так принесла. Посмотрите. Ну, это же просто чудо. Конечно же, на полочке встанут плечом к плечу такие два красавчика. Пробочки у них разные. Тут прям такая, как пробка из бутылки. И вот такая Пандора. Аромат такой же красивый, как флакон и цвет жидкости. Тут и цветы, тут и фрукты. Ой, да еще какие вкусные. Мне кажется, даже ягодки тут есть, что-то типа малинки. Красивый аромат. Его и как домашний он подойдет. Прямо всем хорош. Очень понравился. Наташа угодила, правда угодила. Так, мы парочку-то не будем закрывать, а вот так поставим рядышком. Что же было еще в подарках? А в подарках была помада. От Pinup у меня помад Luxe Visage не было. И это помада с номером 523. Эмма. Посмотрите, какая она красотка. Нежный-нежный такой косметический аромат. У меня Люська все руки мне исцарапала. И вот. Вот такая Эмма. Не сухая, не глянцевая. Мне кажется, как полуматовая и явно кремовая. Вот такая красавица. Тут, может быть, есть информация. Нет, по-моему, просто, да, написано губная помада. В общем, вот такая красотка у меня теперь от Luxe Visage Pinup появилась. И тоже какое-то время назад Оксана, полярная зайка, прислала мне вот такую зайку. Мне кажется, это мальчик. Ему было скучно. И теперь ко мне приехала вот такая милая девочка. Ну, от Оксаны и Наташи. Вот такие два красавчика-зайчика. Теперь им будет точно не скучно. Вот такие они красивые. И я специально принесла и второй тоже, потому что тут, смотрите, какой флакончик, какая упаковочка. Так, зайчика-мальчика ставим. И такой цвет бальзама. Ой, аромат вкусный-вкусный. Вы знаете, аромат парфюма, не какого-то фрукта, а какой-то вот прямо вкусный парфюм. Очень приятный. Ну, в общем, вот такой вот зайка ко мне приехал от Наташи. Вставай рядом с помадкой и будешь нас радовать. Восхитительный подарок, настолько приятный, настолько замечательный. Ну, вы зрительно представляете, лежит еще шоколадочка. Но она скоро приедет. Но у меня не было терпения, чтобы ждать. Я решила, что я вам уже покажу шоколад чуть позднее, раз уж он перезаказан. Я Наташе сказала, да уже не перезаказывай, ничего страшного. Но поздно, поздно. Уже все заказано. Огромное спасибо, Наташа, за такое приятное внимание, за добрые слова, которые ты мне написала в личку. Это очень-очень приятно, потому что в наше время очень много добрых людей, я хочу вот это сказать. Хотя мир полон зла, но столько добрых людей. Мне очень приятно, что вы есть. Всем хочу сказать спасибо, кто смотрел, кто порадовался вместе со мной. И всем огромное спасибо за добрые комментарии, за радость, которую разделили. И всем пока!